Что нужно делать, чтобы попасть вон в ту бутылку? Нужно прицелиться, совместить вот это с этим. Тут палочка есть такая. Тут район нужно совместить. Прицелиться. Попал, он попал! Это Никита, он прям только что попал в бутылку. Молодец, Никита. Ребята, что самое главное в стрельбе из пистолета? Да! Слушаться инструктора. Не снимать очки. А еще что? Ставить на предохранитель. А еще что? Не стрелять в друзей. А как же попадать всегда в цель? Да нет. Фигня, все. Все по новой. Значит, Даша? Да. Смотрите, вот Дарья стреляла в эту мишень. Значит, по успехам до другой. Дарья, расскажи, в чем секрет попаданий прицельных из лука? Нет, ну да, просто подготовить, смотреть, как чувствуешь, как стреляешь. Ну, смотреть, как стоишь, как рука. Какой твой лучший результат? Ну, наверное, две стрелы в желтую, там красную. Да, да, Саша. 9, 8, 3. Я считаю, на 10 10. Дайте угадаю, это Даша? Конечно.